Редондо, закрытом центре, куда богатые и знаменитые приезжают для поддержания красоты и здоровья, возникла взрывоопасная ситуация. Кто-то устанавливает бомбы, которые пока еще не нанесли настоящего вреда, и директор центра убеждает клиентов, что это всего лишь строительные неполадки. Меня наняли, чтобы узнать, что там происходит на самом деле. Услышав о том, куда я направляюсь, моя хорошая подруга Джесс Фейн снабдила меня своим последним изобретением – детектором бомб. Его еще нигде не испытывали, но по замыслу изобретательницы он должен определять компоненты, которые обычно используются в детонаторах. Джесс уверяет, что он, скорее всего, работает. Я не слишком в этом уверена, но это все же лучше, чем ничего. К тому же эта штука отлично умещается в моей сумочке, как здраво заметила Бесс Марвин, другая моя подруга. Так что теперь я готова почти ко всему, и пора отправляться в Редондо. Добро пожаловать в Редондо. Вы, должно быть, Нэнси Дрю. Я Кэссиди Джонс. Мистер Блески ждет вас у себя. Можете пойти прямо к нему. Хотя нет, лучше помогите навести здесь порядок. Так вы сможете немного освоиться. Конечно, я помогу. Все мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти. И можно сказать, мы только что с вами прошли игру «Дело номер один» Нэнси Дрю «Свет, камера, загадка». Как я предлагаю вашему вниманию прохождение «Дело номер два» «Опасные связи» серии игр Нэнси Дрю. Мы с вами, как вы поняли из заставки, прибыли в спа-салон Редондо, в котором происходят какие-то непонятные вещи. И разбором этой ситуации мы с вами в этой игре и займемся. Итак, добро пожаловать в Редондо. В обучении вы узнаете, как нужно действовать, чтобы раскрыть это дело. Я очень надеюсь, что оно не будет особо отличаться от дела номер один. То есть принцип останется тот же самый, потому что дело номер один, в игре дело номер один мне все очень понравилось, все было очень легко, и я действительно получала удовольствие от прохождения. Вот я очень-очень-очень жду того же самого и вот дело номер два. Давайте посмотрим. Нажмем далее. На каждом экране в игре вам нужно находить важные предметы и щелкать пары предметов, чтобы использовать их вместе. Чтобы найти важные предметы, перемещайте курсор по экрану до тех пор, пока не появятся искры. Попробуйте навести курсор на цветы и щелкайте их, когда увидите искры. Ага, ну это, по крайней мере, котятки, сохранилось точно. Так, нажимаем. Вау! Появилось увеличенное изображение цветов в лупе Нэнси. То есть вы их выбрали. Теперь их можно использовать в паре с другим предметом на экране. Может, с этими пустыми вазами? Щелкните их. Вау. Цветы поставлены в вазы. В ходе игры вам нужно будет щелкать поочередно предметы, которые можно использовать в паре. Нужно убрать эти бумаги. Щелкните их. Когда вы щелкнули бумаги, над ними появилась подсказка. С ее помощью вы догадаетесь, что нужно найти. Отыщите этот предмет и щелкните его. Так, Нэнси Дрю задается вопросом, куда можно положить эти бумаги? Может быть, в планшетку вставить? В папку, да. На бумагах и на папке один и тот же заголовок. Счета. Действительно. То есть мы с вами сделали все правильно, поместили бумаги со счетами в папку для счетов. Отлично. Видите, на папке появился прозрачный значок лупы. Такой значок указывает на найденные, но не выбранные предметы. Найдите место, где должна лежать папка, и щелкните его. Куда нужно это положить? Не знаю, может, какой-нибудь шкафчик? Он должен легко открываться. Да, этот ящик подходит. Но сначала нужно его потянуть и открыть. Щелкните кнопку «Тянуть», она находится внизу на панели действий. Хорошо, что он не заперт. Теперь ящик открыт, и его можно использовать в паре с папкой. Щелкните оба предмета со значком лупы. Теперь счета в каталоге под буквой «С». Хорошо, теперь наведите курсор на этот предмет на столе. Щелкните его, когда курсор изменит свой вид. Такой курсор показывает, что нож для конвертов – предмет из портфеля. Как вы заметили, он уже помещен в ваш портфель внизу экрана. Теперь нужно выяснить, что можно использовать в паре с ножом для конвертов.
Щелкните оба предмета. Конверт и нож. Конверт открыть. Открыт. Наведите на него курсор, и вы увидите изображение глаза. Щелкните конверт, чтобы рассмотреть его получше. Похоже, это список персонала Редонда. Он вам еще пригодится. Когда ознакомитесь, щелкните белую кнопку «Ок». Список персонала Центра омоложения Редонда. Да, мои дорогие котятки, процесс взаимодействия с предметами остался точно такой же, как и в игре «Дело номер один. Свет, камера, загадка». И это мне очень нравится. То есть все просто, понятно, доступно. Итак, давайте знакомимся со списком персонала Центра омоложения Редонда. Блески Николас, директор центра, Браун Джоанна, уборщица, Джонс Кэссиди, администратор, Пармели Пайпер, менеджер салона красоты, Томас Валери, специалист по релаксации, Унгер Чес, ветеринар, Хелгасон Хелфтон, ведущий косметолог, глава исследовательского отдела, Эванстон Тодд, ведущий пластический хирург. Окей. И еще одна подсказка. Видите цифру в правом нижнем углу экрана? Это количество предметов, которые можно найти на экране, хотя сейчас нет ни одного. Когда появятся новые предметы, цифра подсветится желтым цветом, чтобы привлечь ваше внимание. Отличная работа! Теперь вы знаете, как здесь все устроено. Первым делом найдите список заданий, которые оставил для вас администратор Кэссиди. Удачи! Да, мои дорогие котятки, вот здесь вот в нижнем правом углу у нас с вами будет всегда выходить цель на данном экране, да, или вообще там цель на данный момент, на текущую главу, скажем так, и количество предметов, которые нам необходимо найти и взаимодействовать. Количество предметов, которые нужно найти. 1. Показать, где находится предмет. Да, нет, осталось подсказок 3. Да, вот этого, мои дорогие котятки, в дело номер 1 «Цвет, камера, загадка» не было. Подсказок по местонахождению предмета там не было. То есть я сама сидела и находила тот или иной предмет. Нет, спасибо, подсказкой мы пользоваться не будем. Наша с вами цель — выполнить задание списка и осмотреться. Наверное, список все равно где-то на ресепшене находится. Задание ассистента. Расставить косметику на полках и убрать коробки. Вытереть пыль на плафонах над столом приемной без очистителя для стекла. Вытереть витрину с губной гармоникой с очистителем для стекла. Вот такие наши с вами задания. Итак, что мы с вами начнем делать? Вытереть витрину с губной гармоникой с очистителем для стекла. Я просто уже вижу очиститель для стекла. Вот видите, очиститель для стекла. А губная гармоника, я, конечно, еще не знаю, где находится. Что это такое? Коробка с новыми шампунями. Их, наверное, на витрину нужно будет разместить, да? Нужно пополнить запасы шампуня. Шампунь «Океанская свежесть». $59.99. Вот давайте нажмем на коробку и на полку. Отлично. Коробка с лаками для ногтей. Значит, где-то здесь еще место будет. Да, лаки для ногтей закончились. Лак для ногтей $99.99. Давайте их совместим. Отлично. Кэссиди будет доволен. Одно дело сделано. Да, теперь меня не проведешь. Я не знаю, как в этой главе, в предыдущей, мы с вами еще шли название детектива. Давайте зайдем в дневник. Да, дневник есть. Добро пожаловать в дневник Нэнси. Здесь вы можете почитать записи о ходе расследования, узнать правила игры и посмотреть экран звания детектива. Да, мне это и нужно. Сейчас вы узнаете, что находится в каждом разделе дневника. Здесь вы можете посмотреть записи Нэнси и свои находки. Когда вы полностью пройдете игру, то сможете посмотреть все видеоролики, которые вам встречались. Это первая вкладка. Вторая вкладка необходима нам в том случае, если нам нужна помощь, то стоит щелкнуть эту вкладку. И на этой вкладке вы увидите лист со званиями детектива. Чем больше очков вы заработаете, тем выше будет ваше звание. Если вы получите самое высокое звание, то сможете посмотреть специальные финальные титры. Щелкайте вкладки дневника, чтобы изучить все материалы. Да, котятки, давайте посмотрим. У нас здесь так же, как и в деле номер один, есть звание детектива-любителя. Следующее звание, по-моему, там младший лейтенант был или сержант, что-то еще, да? Итак, всего у нас 5 званий. И для того, чтобы завоевать самое-самое-самое верхнее звание и получить специальные титры, то есть если у нас в деле номер один была специальная концовка, то здесь будут титры, нам нужно будет с вами заработать очень много очков. И если по первому
первому разу в игре «Дело номер один. Цвет камер. Загадка» я щелкала по предметам в хаотичном порядке, то теперь я буду взаимодействовать с предметами попарно, чтобы как можно больше очков заработать. И посмотреть какие-то специальные титры. Я не знаю, что за специальные титры, но тем не менее. Так, дальше. Кэссиди дал мне задание вытереть пыль. Так, с чего нам надо вытереть пыль-то? На плафонах над столом приемной, без очистителя для стекла. Значит, вот здесь вот, на плафонах мы с вами поработаем вот этой вот щеточкой. Да, так намного лучше. Ага, а вот она и губная гармоника, кстати. На стекле есть отпечатки пальцев. Давайте попробуем все это исправить с очистителем. В губной гармонике что-то есть. Интересно, что? Нужно поднять стекло. Давайте воспользуемся кнопкой «Поднять». Верхняя часть губной гармоники туго прикручена. Чтобы открыть губную гармонику, нужна отвертка. Да, видите, нам нужно с вами найти один предмет. Если ящик потянуть, то он откроется. Отлично. Отвертка. Что там написано? Интересно, кто такой Гиппократ? На случай, если это послание найдет кто-то, кроме меня, знайте, я Гиппократ Белл. Я начал переделывать наш семейный дом и решил оставлять памятки обо всех изменениях в тех комнатах, где буду работать. Так будет легче проследить за всем, что я сделаю. Мои родители, врачи Эдриан и Шарлотта Белл, были так уверены, что их новорожденный сын станет врачом, что со дня моего рождения, весной 1883 года, превратили наш большой уютный дом в санаторий. Они верили, что я, как и они, всю свою жизнь посвящу лечению людей. Не знаю, кто такой Гиппократ Белл, но вот он нам оставил какую-то записку в губной гармонике. Продолжим чтение. Но к их разочарованию у меня проявили способности к лечению вещей, а не людей. Мне нравится разбирать предметы и создавать из них что-то новое и более полезное. Причем с моей страстью к механике и архитектуре я редко заканчиваю один проект, не приступив к паре других. Поэтому, мой дорогой Гиппократ из будущего, послушай совет. Не забывай о проектах в колоннах дома. Угу. Если я правильно поняла эту записку, тот спа-салон, где мы сейчас находимся, это бывший дом этого Гиппократа Белла, да? И будем мы, собственно говоря, здесь и проводить расследование. Может быть, кто-то пытается здесь найти какие-то спрятанные Гиппократом Беллом сокровища? Или какие-то чертежи древние? Ну, старые, да? Интересно, интересно. Куда заведет нас все это? Нажимаем «Окей». То, что нужно. Отличная работа, детектив. Счет за главу 4450 очков и плюс 2 подсказки. Замечательно. Да-да, чуть-чуть у нас заполнилась с вами шкала на детектива-любителя. Продолжим. Кэссиди, вы знаете, кто такой Гиппократ Белл? Кажется, первый владелец этого места. Конечно, в его время здесь не было спа-центра. Это был обычный частный особняк. Как я слышал, он был эксцентричным человеком. Понятно. Я выполнила все задания по списку. Отлично. Теперь идите к шефу. Он за той дверью. Нет, забудьте. Слушайте, принцесса Мия, это наши цены. Если для вас это дорого, то найдите место подешевле и принимайте грязевые ванны там. Алло. Спасибо, что потратил на вас время, скряга. Нэнси Дрю. Знаете, зачем вы здесь? Конечно. Вы хотите, чтобы я... Итак, ну, во-первых, мои дорогие котятки, да, я была права. Все-таки Гиппократ Белл – это действительно владелец этого здания, в котором сейчас находится спа-салон. И что-то явно здесь связано именно с ним, мои милые. А у нас с вами перед глазами диалог, и я думаю, здесь все то же самое, что и в «Дело номер один». Чтобы продолжить разговор, щелкните правильный ответ. Вы получите больше очков, если справитесь с первой попытки. Да, там то же самое. Я помню, что в разговоре с Джорджем я там однажды щелкала вообще куда попало и заработала очень мало очков. А ведь здесь у нас, котятки, важно каждое очко. Итак, совет. Чтобы приостановить разговор, щелкните кнопку меню на экране, чтобы пропустить
следующую реплику щелкните маленькую кнопку, которая появится под текстом. Хорошо. Итак, конечно, вы хотите, чтобы я ненадолго стала здесь директором. Нет. Притворилась журналисткой известной газеты. Тоже нет. Стала работать у вас администратором. Нет. Расследовала случай с бомбами. Да, я думаю, нам от нас хотят, чтобы мы расследовали случай с бомбами. Конечно, вы хотите, чтобы я расследовала случай с бомбами. Не произносите это слово. Вы здесь, чтобы узнать причину строительных неполадок. На слово «строительный» наши гости внимания не обращают. Но стоит им услышать другое слово, и они расстраиваются. Они миллионеры, которые приезжают сюда, чтобы их баловали, а не расстраивали. Хорошо еще, что с такой прической, одеждой и макияжем вы подходите мне, как никто другой. Вы правда так думаете? Конечно. Все примут вас за новую девочку на побегушках. Знаете, принеси это, подай то. В общем, новую ассистентку. Но это как раз и хорошо. Так никто не заподозрит, что вы детектив и специалист по обезвреживанию бомб. Не знаю, кто вам такое сказал, но... Конечно, вы также не сможете ходить, куда захотите, и тревожить клиентов. А если кто-то попросит вас что-то сделать, придется слушаться. И не делать ничего подозрительного. Простите за беспокойство, мистер Блески, но боюсь, у меня есть полотенце, которое нужно сложить. Ну вот, еще одна. Что ж, вы здесь как раз вовремя. Вы хотите, чтобы я... Прямо сейчас вернулась домой, поискала здесь кинозвезд, помогла сложить полотенце, допросила Джонса. Наверное, правильный ответ – помогла сложить полотенце, котятки. Вы хотите, чтобы я помогла сложить полотенце? Сложить полотенце – это кодовая фраза. Значит, кто-то нашел записку с подсказкой о следующей бомбе и принес ее в приемную. Черт. Слушайте, мне нужно ответить. Идите в приемную. Кэссиди все объяснит и поможет. Давайте. Идите. Ник Блески. Видите ли, перед каждой бомбой появляется записка. В самой первой записке была подсказка о том, где находится бомба, которая вот-вот должна была взорваться. Но, к сожалению, часть этой подсказки, так же, как и всех последующих, была зашифрована, и никто не смог ее расшифровать. Но я уверен, что вам, как детективу, удастся ее расшифровать. Вы определите, где бомба, и без проблем сможете ее обезвредить. Я, конечно, постараюсь, но... Наши бомбы не смертельны, и это радует. Да, они раздражают, но они не опасны. Наш безумный подрывник хочет нас помучить. Возьмите карту. По ней вы сможете ориентироваться в нашем центре. Угу. Отгородите себя от стресса. Посетите наш чудесный садовый лабиринт. Понятно, окей. И вот записка. Расшифруйте ее и за работу. Ты можешь влипнуть в историю и какие-то буквы. Что вот там, что настолько бестолковые люди работают, что никто не может расшифровать, и только мы с вами, мои дорогие котятки, сможем. Ну вот, не понимаю. Ладно, ты можешь влипнуть в историю. Хорошо, влипнем. Где-то липко, если мы можем влипнуть. В этой мини-игре нужно менять карточки так, чтобы получились целые буквы. Перемещайте карточки, меняя их местами. Вот так. Карточки можно менять местами и таким образом. Или вот так. Вот верхняя часть буквы и щелкните на ней. Куда нужно переместить эту карточку, чтобы получилась целая буква «И»? Щелкните карточку, которую нужно поменять местами с выбранной. Я не знаю, может быть сюда. Вау. Отлично. У вас получилась буква. А теперь еще раз щелкните часть буквы «И». И щелкните карточку, с которой нужно поменять эту часть, чтобы получилась целая буква «И». Отлично. У вас все получилось. Имейте в виду, что в этой игре есть два правила. Правило 1. Вы можете менять местами только соседние карточки, в том числе расположенные по диагонали. Эту часть буквы «Л» можно поменять местами с 8 выделенными карточками. Угу, понятно. Правило 2. В результате обмена должна получиться целая буква, иначе вы не сможете поменять карточки местами. Запомните эти правила. Щелкните часть буквы «Л». С какой карточкой нужно ее поменять, чтобы получилась целая буква «Л»? Щелкните ее. Подсказка.
Это немного сложнее. Нужно сделать перемещение по диагонали. Ну, куда бы я ни щелкнула у меня. А, вот так вот. Все, поняла. Хорошо. Теперь вы готовы играть самостоятельно. Для дополнительной информации щелкните кнопку «Помощь» внизу экрана. Почему нам не сказали, что вот здесь, вот смотрите, еще у нас какие-то 4 индикатора, которые заполняются? Вот мне непонятно, почему нам это не сказали. Их же, наверное, нужно будет заполнить? Угу. Как вы думаете, мои дорогие? Нет? Ладно. Здесь они заполняются. Ну, что еще могу сказать? Вы заметили, что когда получается буква, индикатор заполняется? О, да, нам все-таки решили об этом сказать. Уровень завершится, когда индикаторы всех букв будут заполнены. Окей. Букву А собрали, можно уже больше не собирать. Собираем букву L. L, N и I. Вы уже пользовались бонусом подсказка? Щелкните эту кнопку и выделится карточка, которой можно составить целую букву. Спасибо, я буду ее использовать только когда, ну, блин, действительно все будет очень плохо, и я, вот, ну, просто не соображу, что нужно делать. Так, осталось ЛН. А, ну все. Я люблю висеть в тропиках. Ну, это лиана, мои дорогие котятки. Видите, Ан-Лиа, лиана. У нас с вами здесь зашифровано слово лиана. Отлично, теперь составьте из букв слово, чтобы знать, где бомба. Щелкайте любые две буквы, чтобы поменять их местами. Лиана? Интересно, что это значит? Нужно посмотреть на карту спа-центра. Так. Это карта. Ваше текущее местоположение всегда подсвечивается голубым. Вот, видите? В данный момент вы в приемной. Отлично. Чтобы попасть в следующую локацию, вы должны щелкнуть правильное место на карте. В записке подрывника упоминались лианы и тропики. Попробуйте указать правильное место с первого раза. Ну, котятки, это явно не в мраморном зале, не в дзен-зоне, не в салоне красоты, не в комнате для гостей. Это либо в саду, либо в оранжерее. Все, здесь другого не дано. Записка указывает на другое место. Это не сад, значит оранжерея. Ага, вот куда указывает подсказка. Отправляемся в оранжерее, да? Отличная работа, детектив. Счет за главу 4875 очков. Разговоры с подозреваемым 200 бонусных очков. 4625 очков за мини-игры. И плюс 2 подсказки. Замечательно, мои дорогие котятки. И уже почти половина детектива-любителя заполнена. Я вас слышу. Кто здесь? Мистер Минглс, это вы? Ну же. Нет, я Нэнси. Новый инженер-строитель, новая ассистентка, новая уборщица и новый подрывник. Новая ассистентка. Я новая ассистентка, а кто вы? Зовите меня миссис Монтагью. Быстрее, почешите мне левую сторону носа, пока я не сошла с ума. Быстрее! Итак, мы с вами оказались в новой главе, перед нами новый экран, целью которой является обслужить миссис Монтагью, которую он принимает у нас грязевые ванны. И здесь нам нужно будет взаимодействовать с одним предметом, 7 подсказок, но этим пользоваться мы не будем. Давайте нажмем на миссис Монтагью. Миссис Монтагью хочет, чтобы я почесала ей нос. И мы с вами должны использовать панель действий «Чесать». Ах, чудесно! А теперь принесите мне крем-брюле. 2 шарика с лимонной цедрой и палочкой корицы. И, конечно, ложку. Серебряную, а не пластиковую. И не вздумайте уходить. Как понимаете, орудовать ложкой придется вам. Вообще-то у меня есть одно дело. Одно дело? Правда? Это какое? Пойдете писать заявление об увольнении как последняя ассистентка, которую прислал ко мне Блески? Продолжайте в том же духе, и я все устрою. Вы, кажется, хотели крем-брюле? Я передумала. Забудьте о крем-брюле. Мне и так достаточно прохладно. Кажется, в этой ванне отключился подогрев воды. Узнайте почему. И все исправьте, пока моя прекрасная безупречная кожа не покрылась отвратительными мурашками. Ох, как она о себе. Подсказка. Вы сможете узнать, где находится предмет, который нужно использовать. Если щелкните кнопку с цифрой, попробуйте. Ну, мы с вами уже это знаем, мои дорогие котятки, поэтому можно нам было об этом не говорить.
процессе игры у вас будут появляться новые подсказки, так что смело их используйте. Ванна почему-то остыла. Вы просто обязаны немедленно включить обогрев. Сейчас включим так, что тебя током шандарахнет. Прям бесит. Тот, кто это построил, наверняка хотел спрятать дверцу. Миссис Монтагью хочет ванну погорячее. Давайте прибавим огня. О, грязь снова стала теплой. Так-то лучше. Я заметила здесь одно растение. Оно засыхает. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Бедняжка борется за жизнь и самым неприятным образом забирает энергию из этого зала. Так, растению не хватает воды, понятно. А вон, собственно говоря, и лейка. А вот и вода. Давайте наполним лейку водой. И польем растение. Ах, растение снова ожило, поверьте. Я чувствую, что энергетический баланс здесь восстановился. Прошу вас, почитайте новости фабрики грез и перескажите мне статью Лидии Лин. Она так очаровательно извительна. Угу, газетку нам нужно с вами найти, да? А где она? Так, ящик не заперт. Интересно, что внутри? Здесь есть выпуск новостей фабрики грез. В статье Лидии говорится, что Жасмин Айви приехала в Редондо для пластической операции. Так я и думала. По-моему, в разумном исправлении некоторых недостатков нет ничего плохого. Приготовьте мне чашечку моего антивозрастного чая и заварите его правильно, иначе вы скоро пополните списки безработных. Кажется, одна всем известная, так сказать, серьезная актриса, по крайней мере, настолько же серьезная, насколько таковой может быть барышня с кокетливым именем, заимствованным у душистого цветка, недавно подверглась небольшой избирательной обрезке. И где? В безумно эксклюзивном центре омоложения Редондо. Это далеко не первый визит-центр, и потому возникает вопрос. Это терапевтическая прищипка, предупредительный удар или и то, и другое? Нам достаточно чистосердечного признания, чтобы положить конец этим мрачным размышлениям. В конце концов, в наши дни даже у роскошных автомобилей можно найти пластик под капотом. Но честное слово, цветочная принцесса. Если признание для вас смерти подобно, то постарайтесь хотя бы не говорить, что вы приезжаете в центр, чтобы немного отдохнуть и расслабиться. Для этого вполне сгодится и ванна с горячей водой. Понятно. Так, у нас... миссис Монтагью хочет антивозрастной чай. Рецепт приготовления чая. Давайте посмотрим, из чего состоит этот чай. Приготовление чая в стиле Редондо. Для наших гостей нет ничего более успокаивающего, чем чашечка великолепного, ароматного и полезного для здоровья чая по рецепту Редондо. Наш особый сорт чая, листочки которого были скручены вручную и высушены особым способом, находится в холодильнике. Прежде чем заваривать чай, чайные листочки нужно поместить в ситечко. Ситечко с чайными листочками кладется в подходящий чайник. Получившийся чай наливается в чашку и быстро подается гостю. Благодаря указанному процессу счастливый гость получает ни с чем не сравнимое удовольствие и приходит в состояние небывалого спокойствия. Итак, нам нужно будет с вами заглянуть в холодильник, поместить листочки в ситечко, а ситечко в чайник. Окей. Так, днес холодильник. Так, холодильник. Да, чайные листья. Нужно положить в ситечко. Чайные листья кладут в ситечко, ну все правильно. Теперь в ситечко мы с вами должны разместить в чайнике, да? Да. Так. Что еще нужно для приготовления чая? Наверное, вода. Чай восхитительно пахнет. Бэзе бы понравился. Наливаем чай в чашку. Ну и подаем нашей миссис Монтагью. Вы приготовили чай? Очень хорошо. Отлично, она уснула. Пора поискать бомбу. Чтобы найти бомбу, водите курсором по всему помещению. Щелкните, когда индикатор детектора заполнится. Thank you.
Где-то здесь. Котятки. Нет, видите, не здесь явно. Где-то здесь. Что, в светильнике? Панель ручного управления. Выглядит обнадеживающе. Вау. Вау. Эта панель предназначена для ручного отключения механизма бомбы. Чтобы отключить бомбу, нужно соединить два контакта, отмеченных ниже красными кругами. Это одно из возможных решений. Давайте немного попрактикуемся. Чтобы двигать части провода, нужно менять их местами. Щелкните два подсвеченных провода. Так. Вы прошли обучение. Пришло время обезвредить бомбу самостоятельно. Удачи! Выполните задание, пока не вышло время. Ну да, бомбу всегда уж обезвреживают на время, да? Так. Нет, явно не сюда. О боже, что сюда подходит? Что еще? Вау! Из разминированной бомбы капает какая-то зеленая жижа. Так вот, в какую историю я могу влипнуть. Что это за жижа? Мистер Минглс, вы здесь? Мистер Минглс, я настаиваю, чтобы вы оставили свои дела и ответили. Говорите. Миссис Монтагью, кроме меня здесь никого нет. Ну так не стойте столбом, найдите мистера Минглса. Посмотрите в салоне красоты. Ему безумно нравится запах волос. Ему нравится запах волос? Только когда будете его ловить, проверьте, чтобы у него в зубах волос не было. Не то он их проглотит. Мистер Минглс, это случайно не... Пришелец, парикмахер, собака, ваш муж. Ваш муж, может быть? Не смешите. Парикмахер? Повторите. Собака? Мистер Минглс, это случайно не собака? Конечно, собака, глупышка. Это чемпион породы, бесконечно прелестный карликовый шпиц. Найдите его быстро! Зачем ей собака? В тот момент, когда она принимает грязевую ванну. Я не знаю, мои дорогие котятки. И это нам с вами предстоит выяснить в моем в следующем видео по игре Нэнси Дрю Дело номер 2 «Опасные связи». А на этом, как вы уже поняли, я свое видео заканчиваю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет очень приятно. А я с вами со всеми прощаюсь. До новых встреч! Смотрите только полезные и качественные видео. И всем пока-пока. Всем мяу.